новый лидер Германии, да, Украина – это не самое важное. Самое важное – это вообще это каждый раз, да, построить хорошие отношения с российским лидером. 40% населения, они еще не знают, за кого голосовать. Доба Ангели Меркель підходить до кінця. Так, після виборів пані Меркель ще деякий час залишиться головою уряду, поки партії, що перемогли, будуть формувати коаліцію. Але однозначно, вже незабаром Німеччина отримає нового канцлера, новий курс як у зовнішній, так і внутрішній політиці. Яким стане курс нової Німеччини щодо України, щодо нашого конфлікту з Росією? Чи стане новий уряд більш дружнім до Росії, чи навпаки? Про ці питання ми поговоримо із політологом та професором Єнського університету Андреем Хертелем. В ближайше время епоха Меркель подойдет к концу. Какой будет Германия пост Меркель? Добрый день, Юрий. Это будет интересно, да, потому что она была за рулем, да, 16 лет, да. Это, ну, вот такое время, как Аденауэр или Хельмут Коль, да. И это очень долго, да, 16 лет. И это тоже причина, ну, за этого, что сейчас люди не знают, за кого голосовать, да. Сразу спрошу, почему популярность Меркель не перешла на нового лидера ее партии? Сейчас, ну, большинство населения Германии сейчас боится, что все такие кандидаты, да, они не так опытный, как Меркель, да. Это одна причина. Другая причина это, что Армин Лашет, вот такой кандидат ее партии CDU, на него было очень много внимания, да, в стране. И было очевидно, что он не такой человек в глазах населения. Кто фигурирует, кто может фигурировать как новый канцлер, да? Это не так сильная персона, нет харизмы, да? Это очень трудно для него. Но в конце концов мы не знаем. 40% населения или люди, которые могут голосовать в воскресенье, они не знают сейчас, еще не знают, за кого голосовать. Как вы думаете, из всех кандидатов, кто имеет наибольшую харизму и наибольший опыт, как опытный лидер? Господин Шольц и господин Лашет, у них есть опыт в большой политике. Да? Лашет, он был, и он сейчас премьер-министром одной из федеральных земель. Да, в Нордрейн-Вестфалии, это самый большой федеральный округ Германии, 17 миллионов человек там, да, он более или менее успешно это делал, да, и господин Шольц был, и он сейчас фигурирует как министр финансов в кабинете Меркеля, да, он очень опытный человек. Я думаю, это в пользу, это работает в пользу Шольц, да, потому что у него есть опыт в Берлине, опыт в правительстве, министр финансов в Германии. Это, ну, вокруг канцлера и министра внутренних дел это самая большая позиция, да, один из самых больших позиций. Еще недавно мы видели феномен лидерства зеленых, которые никогда не были лидерами гонки, и вдруг внезапно появился реальный шанс, что следующим канцлером будет представитель этой партии, и внезапно рейтинги их снова пошли вниз. Почему так получилось?
Это, во-первых, их решение, да, претендовать на пост канцлера, да, с очень неопытной и молодой женщиной, да. Это было, наконец-то, неправильное решение, потому что они лично сделали немного ошибок на телевидении, да, это было особенно по сравнению с старыми лидерами СПД и ЦДУ. Это было очевидно, что она очень неопытная и очень молодой, да, и очень молодая женщина, да, и люди фактически, ну, в последних 6 месяцах они узнали ее больше и больше и понимали, что она не готова быть лидером. Часто падение рейтингов зеленых связывают с информационной кампанией, которая проводилась Россией. Имело ли место подобное? И в целом, можно ли говорить о том, что Россия вмешивалась в избирательную кампанию в Германии и на чьей стороне? Ну, больше всего они заинтересованы в победе социал-демократов, да? Потому что они знают, что если социал-демократы побеждут, да, в выборах, и если господин Шольц будет новым канцлером, что у социал-демократов есть еще такая традиция Ост-политик, да, восточная политика, это значит, по сравнению с Меркелом особенно, это значит более мягкий подход к России. Социал-демократы, они очень скептически относят к санкциям против России, да. Больше всего, я думаю, что россияне тоже заинтересованы ну, на инстабилитет, на дестабилизации, да, в Германии. Да, они ну, традиционно уже поддерживают АФД, да, и тоже Die Linke, тоже потому, что они знают, что у них их друзья там, да, друзья аннексии Крыма, например, да, но тоже они знают, что если вот такие ультраправые, ультралевые, да, если у них есть ну, хорошие результаты в выборах, это значит, что формировать коалиции в Германии это более трудно. Да, и дестабилизация Германии, дестабилизация Евросоюза, да, это еще раз большой интерес Кремля. У нас есть сейчас в Германии такая атмосфера изменения, да, значит, люди в большинстве поддерживают, да, смена, да, коалиции, да, они более открыты, да, к изменению на власти. Да. Я думаю, что левые, они, это уже ясно, они не будут очень сильны, да, в воскресенье. Да, не более чем 5, 6, может быть, 7%. Да. Значит, там есть радикальные элементы, да, но они не будет, у них не будет вот такое влияние, да, на левую коалицию. Да. Там социал-демократы и зеленые будут вместе решить самые важные вопросы. Какой, по вашему мнению, вариант сценария коалиции мог быть оптимальным для Украины и какой наиболее опасным? Честно говоря, такая левая коалиция, о которой мы минут назад говорили, это опасный сценарий, да, для Украины. Да. Mm-hmm. Это самая хорошая ситуация для Украины была бы коалиция между, между христиано-демократами и зелеными. Да. И, может быть, с либералами. Да. И это
Партія свободних лібералів. Це ще можливо. Навіть якщо соціал-демократи побіждять на виборах, да, это возможно, вот такая коалиция, да, и это, я думаю, это не так, скажем, не так плохо для Украины, потому что надо понимать, что или с крестьяно-демократами, или с социал-демократами, да, в лидерстве после выборов, да, ситуация для Украины это не так хорошо, потому что будет новый лидер, да, и такой новый немецкий лидер, во-первых, хочет урегулировать свои отношения с Путиным. Да? Это ясно. Да? Для новый лидер Германии, да, Украина – это не самое важное. Именно даже конфликт в Украине – это не самое важное. Самое важное – это вообще это каждый раз, да, построить хорошие отношения с российским лидером. Да? И после этого, да, мы говорим об Украине. Да? К сожалению, но это вот такая реальполитик. Как вы считаете, Ангела Меркель после отставки будет иметь какое-то влияние на немецкую политику, возможно, в качестве какого-то теневого лидера, теневого одного из лидеров христианских демократов? Или она полностью уйдет и не будет комментировать события? Надо сказать, что Герхард Шрёдер, да, был исключением. Да, политической культуры Германии. Но если мы думаем об Ангеле Меркель, да, и она была вот такой очень сильный лидер, да, и она всегда даже во власти, она всегда знала, когда говорить и когда не говорить, да, и она тоже не такая персона, у которого нет мандата, да, но говорить, да, о политике, влиять, да, это не ее персональность. И все-таки про социал-демократов, и вы вспомнили Шрёдера. Насколько социал-демократы изменились за эти годы? Это по-прежнему партия Шрёдера, вот такого дружбы с Россией? Как меняется отношение в этой партии, одной из самых дружественных Германии к Кремлю, по отношению к политике Российской Федерации? Социал-демократы очень сильно изменились. Да? У них есть во главе, да, не господин Шольц, да, лидеры партии – это очень левые социал-демократы. Да? Значит, партия социал-демократов – это более левые, чем ее кандидат на канцлерство. Да? И тем не менее, да, я думаю, что господин Шольц, который очень модератный социал-демократ, как канцлер, может влиять сильно на партию, но обязательно будут и идеологические конфликты, да, потому что лидерство партии сейчас более левое, да, чем в прошлое. Кто будет более критичен к России? Лидеры партии или потенциальный канцлер? Ну, во-первых, надо сказать, Юрий, что внешняя политика в наших выборах сейчас не играет никакой роли. Да? И это не только общий феномен, да, но это очень интересно. Да? Особенно после чего, что случилось в Афганистане, да? И в Украине, да? И с Россией, да? И с Китаем. Да? Это очень интересно, что никого, да? из кандидатов, да?
хочет говорить о внешней политике. Да? Это во-первых. Да? Во-вторых, я думаю, обязательно, да, в украинском контексте, да, и Шольц, или Лашет, да, каждый новый лидер Германии – это вызов. Да? Потому что они, да, Лашет, Бербок или Шольц, они не знают об этом конфликте очень много. И мои ожидания, что Украина в ближайшее время, ну, может быть, до 2022 года, да, в середине следующего года, не играет большой роль, как при Меркель, да, во внешней политике Германии. Значит, для нормандского формата, да, и для, ну, вообще поддержка Украины против России, да, Украине надо дополнительные партнеры. Насколько большую роль будет играть тот факт, представитель какой партии займет должности нового главы Министерства иностранных дел? И, соответственно, будет ли этот фактор решающим в определении курса Германии, в том числе в отношении Украины? Я так не думаю. Я думаю, что вот такие, все такие большие вопросы безопасности, да, они, ну, они будут решены, да, в канцлер-амте, да, при канцлере, и не в МИДе. Да? І це включає і Україна, і Росія. Дякую, Андре. Як бачимо, не все втрачено. Попри ризики, Німеччина залишається дружньою до України країною. Проте є ризики. І наскільки вони виправдалися, ми поговоримо вже незабаром. Залишайтеся з нами.